Это что, был сон? Как я уснул на улице? Ничего не помню. Надо вернуться домой. Я совсем уже мозги пропил. Это не мой подъезд. Это вроде мой дом, но кажется, я потерял свой ключ. Может, поспать на улице? Лавочка прям рядом. Или мне стоит отправиться назад и поискать там? Не мой адрес. Я тут не живу. Зачем я сюда пришел? Это не мой подъезд. Я тут не живу. Не мой адрес. Зачем я сюда пришел? It looks very comfortable, but it's cold outside. You don't want to get sick. Нашелся блудливый ключ. Я потерял ключ от квартиры? Очень креативно. Наверное, надо поговорить с мужиками в котельной. Я тут не живу. Не мой адрес. Я потерял ключ от квартиры? Очень креативно. Наверное, надо поговорить с мужиками в котельной. Я совсем уже мозги пропил. Это не мой подъезд. Кусни за ногу. Ночные приключения. Кусни за ногу. Ночные приключения. Почему я ничего не помню? Как будто мой мозг вышел погулять. И моя голова раскалывается. Со мной что-то происходит. Мне нужно найти помощь. Помогите, откройте дверь. Почему вы не открываете мне дверь? А-а-а, там вообще девка за рулем. Ну же, откройте сосед. Ау, есть кто-нибудь живой? Тянутся к стопке забвения от боли и разлуки. Обязательно все изменю на досуге. Разлуки. Обязательно все изменю на досуге. Но... Я знаю, ты очень занят. Можно я просто тут повисну?